эти жопошники. Моя малышка находится вон там. Какой механизм этой бомбы? Тот, которому недавно рожу разъебало. Надо добраться туда и заткнуть ее, или... В общем, все сдохнут, мы поняли, да? Да. Думаю, мой экипаж уже мертв. Мертв по вине Грейсона Ханта. Теперь ты можешь занести в свое резюме массовое убийство, Хант. Никакого остроумного ответа? Ты даже не ерничаешь? На борту Одиссея было более 700 душ. И вот они пред нами. Оставь это, Сарана. Ты людей убил, Грей. У них были семьи. Их ждали домой. Как думаешь, сколько боли ты тогда принес во Вселенную? Я бы сказал, что тут мы оба постарались. Но речь-то не обо мне. Мы не смотрим сейчас на кучу трупов тех, кого я убил. Хватит! Некоторых съели, некоторых изувечили, поиграли с ними. Здесь выжигатели! Мне бы пригодилось какое-нибудь оружие. А? Ты только и умеешь что убивать. А вот и они. Я просканировал зону. Пройти можно только одним путем. Идите за мной. Хант, как тут ужасно тихо. Думаю, тела взвешивают. Я сейчас счет на еще одно увеличу. Здание едва выдерживает вес Одиссея. Так нам можно не торопиться? Стремнуть может? Ты ведущий, ты выбираешь скорость, тише!
Почти добрались. А теперь что? Чё пялишься? Скорее! Ноги в руки, взблёвыши! Бомбы вон там, за трупами всех этих матерей и всех отцов, что вы убили! Дверь сломалась. Давай, гений, возьми хлыст финального эха, который ты спер, схвати контейнер и заклинь дверь. Ладно, заткнись, я понял. Давайте, доберемся через шахту. Тик-так, тик-так. Нервничайте, ребятки. Заткни свое гребаное ебало. О, малыш сегодня не в духе. Чувство вины все сильнее, не так ли, мой мальчик? Вот дерьмо. А все эти трупы тут совсем не кстати. Сделайте что-нибудь! Да на здоровье. Становишься впечатлительным, малыш. Хочешь, чтобы папа обнял тебя и сказал, что ты молодец? Эти спасательные капсулы, только половина из них использована. Особо времени не было после вашей атаки, сосунки. Мы сбили твой крейсер, вот что мы сделали. Сбили твой суперкрейсер кораблем класса D Spectre. Это должно быть противно осознавать. И хотя не все члены твоего экипажа успели добраться до спасательных капсул, ты, как я посмотрю, успел. Сначала женщины и дети, так? Сильно токсичное и горящее вещество. Не стрелять. Никакого оружия. Конечно же, все закончится хорошо. Только пинки и хлыст. Не стрелять.
близко. Еще пару этажей наверх и на месте. А, черт! Поля электромагнитного излучения. Детекторы движения активировали протокол защиты. Тут я ничего не могу. Реактор вот-вот протрется. Если он взорвется, это вытянет детонацию бомбы. Да тебе-то что, Сашиев? Ты уже наполовину труп. Эй, помедленнее, партнер! У меня тут мутант подгорает. Воздух чист. Можно стрелять. Нельзя отрицать насилие! Какой же там был код? Да я просто хуйней страдаю. Веселые времена, а? Убил предыдущего, убью и. Найди способ убить его! Что-нибудь, чем его убьешь.
лагере новобранцев этому не учат! У-ху! Машинное отделение. Марш! Слава богу! Я уже отвык от успешных миссий. Смотри, с кем ты работаешь в паре. Эй, ты куда? Разряди эту хуйню! Система безопасности, придурок! Нужны два человека! Я должен повернуть ключ здесь, в тот момент, когда ты введешь код деактивации там, или бомба взорвется! Давай к бомбе! Я продиктую код! Быстрее! Готов? Одно неверное движение, и она взорвется. Давай. Потяни рычаг, чтобы открыть консоль. Введи следующий код. Я, Т, У, П, К, А, К, Х, Е, Р. Теперь нажми желтую кнопку, чтобы подтвердить. Ну что, вам, мудозвоном, опять жопы прочистили. Вы только что запустили ДНК-бомбу. Сукин сын! Ладно, мне тут надо на рейс успеть. На борту меня ждет бутылка скотча. Секретаршу, может, позову, чтоб отсосала. Найди выход отсюда. Не могу, стены бронированы, сканирование невозможно. Готово, давай! Куда мы идем, Грей? Все бессмысленно! Крепись, Иши. У нас еще есть шанс. Нужно добраться до спасательного корабля Сарана, убить его к хуям и поехать домой. Держись со мной. Хорошо, Грей. Что ли? В этом месте должна была быть какая-нибудь веселая шутка! Это не шутки, Грей. Это просто конец пути. Неизбежный конец. Похуй! Смотри, я нашел нам... 200-метровую пропасть. Вот! Видишь, закрывает дверь, открывает окно. Что я тебе говорил? Может, ты и прав. Наверное, всегда есть выход. Всегда есть. Прибьем этого подонка и свалим отсюда. Ебать, переебать нахуй! Мы вернулись туда, откуда пришли! В прошлый раз здесь не было пожара. Ладно, ладно, ладно. Должен быть какой-нибудь... Возможно, это справедливый конец. Я бы предпочел умереть спокойно, а не бешено отбрыкиваться от судьбы. Это все из-за меня. Если я умру, не исправив это, мне не будет никакого покоя. Грей. Слушай. Мы не одни. Гришка! Ох, из машины! Ты как вообще? Я кто, по-твоему, домохозяйка? Я же чертов командир финального эха! Я повредила электрокабель. Тут все разваливается. Вперед!